Здравствуйте! Я хочу поделиться моей историей развода с иностранцем. Я была замужем за гражданином Франции. На тот момент, когда возник вопрос развода с мужем, я жила в Украине, мой муж жил во Франции, никакого общения между нами не было, никакой связи мы не поддерживали. Я безрезультатно пыталась с ним связаться, чтобы обсудить вопрос о разводе, но мой муж никак не реагировал на мои попытки связаться с ним. В течение 10 лет я пыталась с ним развестись, но безрезультатно. Я обращалась к нескольким адвокатам. Некоторые сразу же отказывались мне помочь, некоторые соглашались, но не давали гарантии, что будет такой результат, который мне нужен. Два раза даже дело оказывалось в суде, но суд его даже не рассматривал. И вот однажды, когда я уже совсем отчаялась как-то решить этот вопрос, в интернете я оказалась на сайте адвоката Скрябина Алексея Николаевича. Я ему позвонила, рассказала о моем деле, и Алексей Николаевич заверил меня, что он решит мой вопрос. Конечно, после стольких неудач я не поверила, что это возможно, но все-таки решила попробовать еще раз. Мое присутствие не требовалось. Это меня очень устроило, так как я живу в Днепре, Алексей Николаевич находится в Запорожье. Наше общение и передача документов проходила по Вайберу или по электронной почте. Если были срочные вопросы, мы созванивались по телефону. Алексей Николаевич всегда был на связи. Всегда очень точно отвечал на мои вопросы, успокаивал и поддерживал меня. И в течение очень короткого времени, примерно где-то 2 месяца, к моему величайшему изумлению, мой брак был расторгнут. Я ни разу не присутствовала в суде. Алексей Николаевич был моим представителем в суде и все вопросы решал без меня. Я осталась очень довольна работой адвоката Скрябина Алексея Николаевича. И я хочу сказать, что Алексей Николаевич очень серьезный, очень порядочный, очень ответственный человек. Он очень серьезно и ответственно относится к своей работе, очень вежливый, очень уважительно относится к своим клиентам. Но при этом он обладает прекрасным чувством юмора, что совершенно не мешает в работе, наоборот, помогает не отчаиваться и поверить в положительный результат. Благодаря адвокату Скрябину Алексею Николаевичу мой бракоразводный процесс прошел очень просто, очень легко и без нервотрепки, что было впервые за 10 лет моих попыток развестись. Я очень благодарна Алексею Николаевичу за поддержку, за помощь и за положительное решение моего непростого вопроса. Я советую всем, у кого возникают сложные ситуации с разводом, особенно если это касается заграницы, как-то связано с заграницей, обращаться к адвокату Скрябину Алексею Николаевичу. Алексей Николаевич – самый лучший адвокат по бракоразводным процессам. Теперь это я точно знаю.